Здесь следы обрываются. Кто же развешивает рисунки в таком месте? Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. А вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы накерового луна. Только интересно, кто на самом деле их оставил. Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Это должно быть здесь. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки. А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую тимьян. Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? А то, что ты там, а мы здесь! Сейчас все может поменяться. Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделает суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты отданная наша милость и немилость! Да что ты! Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак закрыть пасть или попадать в суп. Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно. Мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адалию.
Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и Стусом. Но золотого дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира, ее он не пожалел. Вериена убивала невинных людей, я должен был что-то сделать. Но многим другим чудищам я помог. Да? Это кому же? Я отпустил Сальму, суккуба из Новиграда. Я позволил ей уйти с миром, хотя знал, что она убила стражников. Значит, даже если ты знаешь, что чудовище убивало, то не причинишь ему вреда? Если у него были добрые намерения, то да. У меня такое случается. Не смеши меня! Этого слишком мало. Я простил тролля Хряся, хотя знал, что он убил шахтеров. Хрясь! Ольдик знает Хряся. У него эльфий суп вкусный. И сестра такая красивая. Видишь? Он вовсе не такой злой. Давай отпустим его. Ты хочешь его пощадить? Чтобы он всех нас выследил и перебил? Я ничего вам не сделаю. Я не убиваю разумных существ. Лжешь. Каждый ведьмак убийца. Я убиваю чудовищ. Профессия у меня такая. Но только если они угрожают людям. Ты ненавидишь нас всех! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему опасен, а кто просто хочет спокойно жить. Только ведьмаки стоят между вами и людьми. Мы знаем оба этих мира и храним оба. Мы убиваем опасных чудовищ, чтобы разумные могли жить в покое. Ты говоришь так, потому что боишься. Ты знаешь, что нас больше. Ничего подобного. Если бы я захотел, я бы давно вас перебил. Я ему верю. Отпустим его. Я за. По-моему, он не лжет. Пустить возьмака! Глупцы! Он провел вас как щенков. Корчит из себя честного и доброго. Да только это обман! Люди всегда врут. Успокойся. Этим ты не вернешь Адалию к жизни. Стойте здесь. Я сам с ним разберусь. Спасибо.